Друзья, всем огромный привет. Достал я вот такое вот полотно отленточное. Заехал на пилораму, мне ее отдали совершенно бесплатно. Будем сегодня делать с нее очередную самоделочку. Такая вот сталь, упругая. И нам от нее понадобится кусочек 60 сантиметров. Конечно, будем делать с вами сегодня не нож. А если вам будет интересно, как буду делать нож, я хочу попробовать с этой ленты сделать нож, то обязательно пишите ваше мнение. Находим центр, у нас будет 30. Отступаем 7,5 в одну сторону. Делаем отметку. И 7,5 в другую сторону. И также делаем отметку. Сейчас ее нагреем до красна на отметку. И вот так вот загинаем ее. Перевернул, по нашей отметке будем нагревать. Смотрим, чтобы было примерно параллельно. Пока получается у нас вот такая вот картина. Вот так мы пока получаем такую картину. Зубья вот в этом месте также решено спилить. Можно было, конечно, сразу все зубья убрать, но я пока оставил их так. Спилить всегда можно. Теперь нашел старую лопату. Я ее уже варил многократно, но это успеха никакого не дает. Она все равно ломается и бесполезно. Мне понадобится вот эта часть. Можно, конечно, использовать было трубу, но зачем городить, когда есть готовый кусок. Обрезал, вот так это сейчас выглядит. Зачистил нашу трубочку. И сейчас мы вот таким вот образом это все дело прихватим. В общем, вот так немножко обварил по кругу. Можно, конечно, было просверлить, сделать на отверстие, на болты посадить. Осталось теперь немножко наточить. Берем старенький череночек. Вот такой вот инструмент. Ничего не гнется, она каленая. Пойдемте попробуем. Вот прямо на целине. Смотрите, как легенько. Вон как землю срезает. Ой! Зубья все-таки нужны. Использую как грабли. Вот у нас. Убрали корешки обратной стороной. Земля сейчас мокрая. Также вот можно степлиться между чем-то. Раз, быстренько все корешки у нас срезаются. В
Вот как она. Раз, раз. Да, инструмент шикарный. Он одной ручкой можно, двумя пальчиками. Раз. Потом просто можно пройти, собрать. А нет, так. Оставить. Трава мокрая. Собрать ее надо и все. Пап. Мама. Ты дай его, мам. Вы смотрите, как она сейчас будет проходить. Вот на, то есть у нас раз. Вот чуть-чуть заходит. У нас уже сорнячки, корни будут подсрезаны. Правда, у меня сейчас нет, нет сорняков. Но тем не менее, вот. Прям вообще вот прям. Раз. Классная штука. Она как легонечко. Раз и врезается в землю. То есть не как тяпка работает. Можно глубже, можно меньше. Как видите, она форму свою так и держит. Так все и осталось. После работы обязательно надо высушить, протереть и высушить, чтобы не ржавело. Так что, друзья, у нас получился с вами вот такой вот плоскорез. Как видите, как я его заточил, так он и есть. Жало будет держать хорошо. Форму держит, работу свою выполняет. Жена уже заценила, ей понравилось. Сын тоже даже попробовал поработать. Так что вещь классная. Если понравилось, не пожалейте, палец вверх. Также напишите ваше мнение. Ну а кто из вас еще не подписан на канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Так что не пожалейте лайка и комментария. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.